Набор, который я беру в поездку в монастырь Сан-Катрин на 3 дня, 2 ночи. То есть кроме подвеса DJI Osmo, микрофона к нему, всяких удобных расширителей, я еще беру свечечку, которая горит 8 часов, как раз 2 раза по 4 часа в номере поджечь. Тройничок, набор фильтров, свой телефон, защиту от солнца, такой козыречек, любимую мою камеру CX 330 с запасным аккумулятором, дополнительный банк питания на 20 тысяч миллиампер часов, сейчас его заряжу, зарядный шнурочек к айфону, зарядный шнурочек к банку данных. Лазерман обязательно. Свет. Зарядное устройство USB 5 вольт. Нормальных 2 ампера. Айфоновская. И зарядочку для осмовских аккумуляторов подключиться. Ну и понятно, мой любимый рюкзак, который я таскаю за спиной. Штатив помещается на фронтальную сторону. И сюда еще пойдут шорты. Все остальное я не внесу на себе.